Каждый четвертый россиянин трудоспособного возраста имеет избыточную массу тела. Наша страна занимает четвертое место в мире по заболеваемости ожирением. Лишний вес может спровоцировать развитие множества заболеваний. Сахарный диабет – одно из них. 80% больных инсулин-независимым сахарным диабетом имеют избыточную массу тела. Об этом и не только рассказали врачи 2-й районной больницы. Время действовать против лишнего веса. Акцию с таким названием провели медики. В этом зале на нашем мероприятии спасибо, что сегодня мы собрались, несмотря на то, что воскресный день. Значит, тема нашего мероприятия действительно интересная и актуальна. Центральная часть мероприятия – это было два сообщения нашего хирурга Владислава Александровича Брудакова и мое по проблемам ожирения, по проблемам бариатрической хирургии, по бариатрическому лечению ожирения, где пациенты, не стесняясь, задавали вопросы, проводилась беседа. Вот. То есть мероприятие имело такой неформальный характер. Мы хотели очень пообщаться с нашими пациентами, узнать, что их беспокоит. Они тоже задавали вопросы, которые для них имеют большое значение. Для всех желающих было проведено бесплатное обследование. Врачи рассчитали индекс массы тела, проверили сосуды нижних конечностей, измерили уровень глюкозы в крови, а также ответили на множество возникших вопросов. Пришедшие в этот день получили исчерпывающую информацию о том, как сберечь свое здоровье. Всего на акцию собралось около 200 человек. Некоторые из них приехали из Егорьевского района и Коломны. Это было первое мероприятие, и оно прошло успешно. Я считаю, на самом деле, а успех заключается в том, что пришли люди. И я думаю, что мы сделаем это приятной традицией, ежегодно будем проводить такое мероприятие при поддержке Минздрава Московской области, нашей администрации и компании Johnson & Johnson. Вдобавок к полезной информации, участники акции получили приятные сюрпризы. Анна Яшкина, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.